На базе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета проходит юбилейная международная научно-образовательная конференция «Пятые садыковские чтения». Конференция носит имя заслуженного профессора Казанского университета доктора философских наук Марата Садыкова. В этом году конференция посвящена теме «Столетия Октябрьской революции», что отражено в ее названии «Революции и традиции». Попытается найти вопросы или ответы на вопросы вечные. Как случилось так, что это событие произошло, какие уроки преподает нам столетняя история после октября, готовы ли мы извлечь пользу из этих уроков. В конференции принимают участие гости из различных городов России, а также студенты из Китая и Вьетнама. Есть резон тех людей, которые находятся у власти, прислушаться к тому, что говорит академическое, университетское, профессиональное научное сообщество. Конференция «Садыковские чтения» завершит свою работу 18 ноября. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универньюз.